Добрый день. В ролике сегодня поговорим о старом добром арбалете МК-300. Надежная, проверенная годами моделька, безотказная, но единственное, что обновленная версия. Приклад пластиковый, профиль направляющий из алюминия, замок с автоматическим предохранителем и защитой от холостого выстрела. Ну, то есть это вот та самая обновленная версия. То есть вполне эргономичный, легкий, надежный курок, что характерно, вообще без люфтов. Планка вивер для прицела установлена. Цевьё имеет защиту для пальцев. Травму вы точно не получите при стрельбе. Плечи арбалета, ну, стандартная версия, из стеклопластика, стекловолокно. Колодка из алюминия. Резьбовые соединения, которыми крепятся плечи, они встали. То есть здесь вставки стальные и, соответственно, болты стальные. То есть разрушение резьбового соединения в процессе эксплуатации от вибрации, то есть невозможно. То есть надежный агрегат. В комплекте у арбалета есть 4 алюминиевых стрелы. Кивер для стрел, ремень для переноски, натяжитель, коллиматорный прицел Red Dot. Прицел с подсветкой, имеет 3 прицельных метки, регулировка яркости подсветки. Берем переходник для установки плечей. Переходник пластиковый, резиновый уплотнитель. Уплотнитель с двусторонним скотчем. Снимаем защитную пленку и приклеиваем на переходник. Уплотнитель надежно приклеен. Устанавливаем уплотнитель на плечи. Одеваем плечи на арбалет. Плечи установлены. Затягиваем плечи центральным болтом. Затягиваем центральный болт, чтобы он не раскрутился от вибрации в процессе стрельбы. Фиксируем. И устанавливаем замок для кивера. Одеваем стремя. Затягиваем крепежные болты. Устанавливаем кивер. Защелкиваем замок. Кивер у нас установлен. После этого нам остается одеть ремень и установить прицел. Прицел установлен. Перед тем, как начать пристрелку, нужно обработать тетиву и направляющую синтетическим воском. Это предотвратит износ тетивы, и арбалет будет стрелять чуть быстрее. То есть это влияет на начальную скорость стрелы. Можно зарядить арбалет, произвести выстрел и померить скорость на плечах 43 килограмма. Устанавливаем стрелу.
хвостовик прижимаем плотно к тетиве. Предохранитель ставим в положение fire. Арбалет готов к выстрелу. Берем хронограф, обнуляем. Скорость вылета стрелы составляет 195 футов в секунду. Этого достаточно для охоты на мелкую дичь. Для спортивной стрельбы более чем достаточно. С усиленными плечами арбалет выпустит стрелу со скоростью 300 футов в секунду. С усиленными плечами арбалет выпустит стрелу со скоростью 300 футов в секунду. Чем хорош этот арбалет? Ну, во-первых, модель очень надежная. За долгие годы великолепно себя зарекомендовала. Бракованных экземпляров давно уже никто не видел. Более того, на арбалете стоит новый замок с автоматической защитой от холостого выстрела. Арбалет недорогой, легкий, достаточно компактный и пригоден для охоты. С вами был Боумастер.